Привет, с вами Николай, и сегодня у нас рубрика «Как не сойти с ума с этих игр, кликеров и тапалок». Да, интересная такая тема, потому что сейчас их очень много завелось, и ты даже не понимаешь, типа, ну как вообще во все играть, стоит ли вообще играть, и к чему нужно серьезно относиться, а к чему не серьезно относиться, потому что с двух сторон давят. Одни говорят, это вообще золотая жила, другие говорят, это скам, херня какая-то позорная. Ну, давайте в этом видео мы разберемся. Я скажу свое мнение, вы в комментариях, если нужно, напишите свое мнение. Понятное дело, я топовые 5-10 штук уже несколько выпусков сделал на ютубчике. Обязательно посмотрите эти видосики, да. Также я до этого записал видосик про скамные проекты, это тоже вы обязательно посмотрите. Но чтобы быть, в принципе, в курсе, вы можете залететь в телегу, и там в телеге самые, наверное, мощные игры-кликеры и бусты я туда скидываю. Плюс информацию разную интересную из мира финансов, ну и криптовалюты. Так что ты точно не пожалеешь, ну хуже тебе не станет. Поэтому подписывайся и на телегу, и на YouTube, и смотри видосик этот до конца. Погнали. Ну давайте с чего начнем. У меня история была такая. Я начал тапать ноткоин, и, соответственно, я подумал, ну, типа, что, игра игрой, давайте попробуем. И самое интересное, я когда ходил на хоккей, я видел очень много студентов, школьников, и они тоже ее кликали. Я подумал, ну ладно, я не один такой дебил, и типа надо попробовать. И вот, что наманилось на данный момент, сегодня $500. Но, кстати, когда он поднимался, было почти 1000. Я дождусь, когда будет еще раз подъем у крипты у всей, я, конечно, его продам. Итог какой? Вроде поманил, вроде заработал. Ну, ничего криминального здесь нету, понимаете, да? Так что, я думаю, наверное, здесь просто, как сказать, проект, наверное, был топовый, наверное, он был самый, как флагман, раскрученный, и, конечно, там Telegram, Павел Дуров, там было все понятно и известно. Хотя, очень многие ребята говорили, что это все заскамится и все это говно. Я с ними полностью согласен, потому что, знаете, когда тебе говорят, то, что ты будешь просто клацкать по экрану, но получишь хороший дроп, в это мало верится. И вот, кстати, да, первая, наверное, тема, чтобы мы все были более бдительны ко всем играм, кликерам, таплокам, то, что не у всех будет огромный мощный дроп. Ну, типа раздача большого количества монет, и, соответственно, мы сможем так их легко продать на биржах и с этого очень хорошо заработать. Вы это тоже должны учитывать, потому что у нас у многих сейчас надежда, что вот они все сработают, все будет классно. Теперь, что же делать сейчас? Раз ноткоин там, не знаю, кому-то дал прибыль, кому-то не дал, кто-то не начинал, но как выбрать проекты и стоит ли вообще какие проекты начинать? Я обязательно советую вам, смотрите, подписываемся на телеграм-канал и смотрим 5 топовых проектов. Хамстер, надо играть. Блум, пожалуйста, вот я выделил здесь, да, 5 проектов. Тапсвап, Блум, Мемифай, Пикселверс, Хамстер Комбат. И 2, которые вот-вот тоже могут выйти. Вормфе, это червяк, и Авакоин. Это, соответственно, те проекты, которые могут выстрелить. Также я скидываю проекты, которые тоже на слуху, но, соответственно, о них мы поговорим чуть позже. Вот Bird, он может сработать. И про Илона Маска я там скидывал, да. Еще 2048 я скидывал. Короче, давайте так. Давайте подводить серьезные, важные итоги ко всей этой кухне. Вот у меня миллиард этих игр-кликеров. Вот просто их просто море. Их 100 штук, 150 штук. Кто не хочет стать маньяком, и кто не хочет все время тратить на эти игры-кликеры, я советую что сделать? Выбрать 5-7 топовых проектов, закинуть себе в папочку. Как это делается, я рассказываю тоже в своем видосике в одном. Вот, топ, допустим, 10, к примеру, да? Топ-5, допустим, да, не знаю, топ, там, не знаю, тренд 24-го года, не знаю, ленивые, там, для ленивых, там, заходишь просто, ну, как ленивый, да, просто заходишь, снимаешь. Я просто раскинул все по папочкам. И что мне это дает? Это дает мне возможность понимать, какие я реально, ну, буду ждать от них хороший дроп, потому что я в этом разобрался, а какие будут просто убогие драные, которые вообще ничего мне не дадут. Понимаете? Это очень важно. Так что выбирайте, знаете, как сделать? Сделайте 5-7 топовых проектов, закиньте их в папочку и очень активно их майните. Ну, уделяйте им достаточное количество времени. Я советую вам так сделать. Но при этом выберите на перспективу проектов 10, можете 15. Ну, по сути, там они не особо прям мощные, прям, чтобы заходить, тапать и много времени тратить. Ну, пусть будет 7, пусть будет 10. Кому как понравится. Это мы тоже разбираем в видосиках. Это я скидываю тоже какие-то там в телеграм-канале. И это могут быть проекты, в которых вы сами можете легко разобраться. Увидеть их комьюнити, увидеть их
интерфейс, вот допустим, ко второму сорту, который может листиться, я, допустим, возьму вот этот Маск, возьму там Авакоин, возьму там какие-то там мафию как вариант, да, но опять же, я еще подчеркну, да, как в прошлом видео рассказывал, я не буду надеяться, что все они такие дадут большой дроп, я разбогатею и пипец, какой классный движ здесь произойдет. Отнеситесь к этому проще, выберите для себя несколько проектов, выберите дополнительно несколько, и надо тратить время на все 50-100 штук, потому что многие из них могут заскамиться, плюс потратят вашего много времени, и тем более самое интересное, что ну, многие просто дадут мало прибыли, а какие-то вообще заскамятся и вообще сдохнут, и будет неинтересно. Так что, ребята, тапалки, да, хорошо, но основной источник дохода, да. То, что нужно зарабатывать в разных источниках дохода, да. Дадут ли что-то тапалки? Да, если ты будешь выполнять все функции и все движи, парижи, которые они требуют, ну, как минимум, друзей там звать, задания выполнять, вот прокачивать, к примеру, да, ты там будешь максимально своего героя и свой майнинг, да, в принципе, да, можно будет хорошо заработать. Но, опять же, нельзя надеяться на то, что это единственный источник заработка, и ты только с них будешь зарабатывать. Ребята, будьте внимательны обязательно, потому что сейчас очень много проектов появляется скамных, очень много мошенников хотят на этом раскрутиться и заработать. Это важно учитывать, потому что, ну, не без вот этих, да, товарищей, потому что, ну, во всем мире так все устроено, потому что везде, в любой сфере есть люди, которые хотят навариться на доверчивых людях, вот, так что давайте не будем никуда деньги никакие вводить, скидывать, давайте мы будем просто потихонечку спокойно играть, майнить, и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал, на ютубчик, я сниму все видосики, как мы будем выводить денежки, когда будут листинги, и как мы все эти процедуры вместе провернем, я обязательно про себя расскажу, что сколько у меня получилось это заработать, вывести, я это все запишу и на видео, и фоточки пришлю, и обязательно статейку в Телеграм накатаю, потому что, соответственно, ну, это интересно, это прикольно. Да, майнеры, кликеры, это сейчас, это просто, ну, прям хайп, это взрыв, это кипиш, это один хамстер чего стоит, да, туда зайди и просто, ну, 200 миллионов игроков, ну, это реально пушка, это реально мощь, так что вы должны понимать то, что да, вы участвуете в проекте, он мощный, он может дать хороший дроп, да, но с другой стороны, не нужно надеяться и думать только об одном, только об этих играх-кликерах. Кстати, вот появились парочку новых карточек, обязательно заходите, там я в телеге уже скинул, ну и здесь вы сами можете в хамстере зайти и их прокачать. Вот мы потихоньку их прокачиваем и получаем еще больше прибыли за час. Мы достаточно серьезно работаем, двигаемся в этом направлении. Так что, ребят, желаю заработать супер миллион на крипте. Обязательно старайтесь, мы с вами это сделаем. Просто не все сразу, постепенно. И не только игры тапалки, еще много чего изучим, узнаем и будем на этом, соответственно, делать движ-париж. Так что всем пока, с вами был Николай.